Не горячий? Подуть не надо? Вот так все вместе за столом Каневы собираются каждый день, когда с работы возвращается папа, а старшие дети заканчивают спортивные тренировки и творческие занятия. Дома их ждут мама и младшенькая, дочь и сестра Надя. Никогда не думала, что мы станем молодой многодетной семьей. Всегда думала только о двух детях. Всегда хотела мальчика и девочку. Видно, стало скучно, когда у нас второй ребенок подрос. И мы решили завести третьего. Мы с женой, ну, сильно долго не раздумывали. Мы прям сошлись на этом мнении, что вот мы назовем дочь Надежда. На работе коллеги и мужики бывают шутят. Я как в автотранспортном предприятии работаю. Надежда автомобилиста. Вот. Леонид и Татьяна познакомились 15 лет назад, еще студентами. 12 лет вместе работают на одном предприятии, занимаются организацией пассажирских перевозок. Леонид признается, он сразу понял, что они с Татьяной половинки одного целого. Мы сами из многодетных семей, что я, что моя супруга. И она пятая в семье, последний ребенок, и я также. Я считаю, весь смысл жизни, который есть, вот он в этом, дети. Старший Даниил профессионально занимается лыжным спортом. В 14 лет у него первый взрослый разряд. Для меня важно занимать первые места. Я хочу стать лыжным чемпионом. Средняя дочь Арина обожает творчество, хорошо рисует и танцует. Я всегда слушаюсь родителей. Если мне говорят, например, делать уроки, я делаю. Мне надо погулять с собакой, я гуляю. Вот если брат просит, я иногда соглашаюсь. А если нету времени, я говорю, что извини, мне сейчас некогда. Беречь, слушать и слышать друг друга, во всем поддерживать – это в семье Каневых главные ценности. И, конечно, любовь – основа совместной жизни. Ольга Климова, Роман Лузанов, Ярослав Кудрянок. Время Ямала. Ноябрьск.